Всем привет! Будет долгое и нудное видео именно о том, как я собираю сейчас косметичку и буду отбирать, пытаться вместе с вами, что я хочу взять с собой, а что я точно уберу в архив, так сказать. Итак, давайте смотреть, начинать. Так, что же я хочу убрать совсем? У меня просто все всегда обычно как-то рассортировано и убрано, но то, что я там докупаю, например, это у меня обычно вот лежит без дела. И это нужно каким-то образом куда-то убрать. Так, вот это я убираю на хранение. Так, первый продукт, который я, скорее всего, возьму с собой, это будет от Beauty Bomb бронзер. Так, от Vivienne Sabo новинки я уберу. Или нет, оставлю. Оставлю. Да, оставлю в косметичке. Так, беру из того, что уже показывала в новинках, маску и спонжик с собой. Так, у меня коробочка чуть пополняется. За кадром убираю то, что, в принципе, не беру с собой точно. Так, возьму с собой вот эти кремовые тени. Кремовые тени. Так, я пока еще не протестировала, поэтому положу сюда, что, наверное, возьму. Пополняется у меня коробочка, несказанно быстро растет. Так, следующее, за кадром тут шумлю, это блески. Тут мне нужно прям серьезненько подойти к вопросу, что я не могу взять все. Я возьму красную помаду в стике, тоненькую одну, от вот такую в 13 оттенке. Может, сейчас еще какую-нибудь возьму в качестве румян. Да, еще возьму в оттенке 10 и в оттенке 25. Стики у них тонкие, поэтому, во-первых, они, наверное, быстро закончатся. Во-вторых, так, видео шумное и такое сумбурное. Просто я сейчас буду выбирать косметику, а потом уже буду непосредственно все складывать или что-то же убирать. Вот, наверное, еще 27 оттенок возьму. В принципе, вот эти вот помады, если их наносить как, ну, на щеки, то они, в принципе, очень долго. Ой-ой-ой-ой-ой, поплыло у меня все. Они, в принципе, очень долго держатся. И этот мне эффект, скажем так, нравится. Так. Складываем. Лимон, цитрон. Матовые помады я не хочу с собой брать. Сразу их уберу. Ну, я не все тут достала часть. Часть достала сейчас блесков. Помады в стиках тоже не хочу с собой брать, потому что это, если честно, такое себе занятие. В стике оно все тяжело наносится. Ну, не то чтобы тяжело, а просто оно еще может подтаять, в сумке носить тяжело. Ой, девочки, как же сложно. Так, темно-коричневые тоже нет, в принципе, зачем они мне там красные, мне не нужны, я нигде ничего выступать не буду, чтобы мне быть с красными какими-то матовыми виниловыми помадами. Можно было взять вот этот вот продукт от Essence в качестве тоже румян. Так, давайте я его положу и подумаю, потому что сейчас у меня мыслей нет никаких. То есть я только начала. Я люблю, знаете, вначале отобрать, если вот мне конкретно прям надолго надо. Я люблю вначале отобрать, а потом уже из того, что отобрала, отбирать. А тогда получается не так много, и что-то действительно уходит. Так, я вроде бы все матовые уже отобрала. Но, если честно, картинка не лучше. Так, сразу другую коробку помад засыпаю. Вот так.
девочки и мальчики. Темные помады опять же убираю. Не зима, не холодно. Так, вот этот оттенок 30 тоже оставлю. Из вот этих вот помад, которые можно, в принципе, взять будет в качестве румян. Пусть будет. Так, так, так. И вот меня многие винят, что там, да что эти сборы. Ну, конечно, если ехать на неделю и просто купаться, то может быть да. Но если ты летишь непонятно куда, у тебя там еще будет куча перелетов в другие страны, то нужно все продумывать заранее. Опять же, те, кто пишет, все можно купить, да я не спорю. Вот постоянно одно и то же получаю. Все можно купить, все можно купить. Может быть, вот эту вот помаду возьму с золотинкой, как хайлайтер буду использовать. Еще один. Еще один, как будто я хайлайтера уже отобрала. Ну, просто я тут наметила на косметику какую-то. Глаз, так сказать, положила. И думаю, что вот ее я возьму. Я бы с удовольствием от C&S взяла помады, которые с блестками. Но, блин, помады не хочу вообще брать в таком классическом формате. Так, отобрала я кучу блесков. Из них теперь нужно что-то выбирать. Вот как можно выбрать, если хочется все? Знаю, тяжело, очень тяжело. Мне нравится, как мне помогает муж в этом плане. Он подходит и говорит, ну бери, которые тебе нравятся. Я говорю, мне нравятся вот эти. Он говорит, все, бери. После этого я говорю, ну вот эти вот, они лучше будут, чем вот эти. Но вот эти мне нравятся. Он говорит, ну хорошо, бери эти. Нет. Потом дальше я опять говорю, что вот эти, например, там удобнее или еще что-то. Он говорит, без проблем, бери эти. И вот так вот от него, скажем так, помощь. Очень прикольненько. Так, у меня тут еще куча в другой коробке. Я еще сейчас параллельно мою косметический стол. И я хочу с вами тоже еще отобрать. Что я тут отбирать косметичку? Не буду я отбирать. Я, в принципе, ничего нового не добавляю. Одно и то же что-то, что у меня заканчивается, в принципе, вы видите. Так что тут особо и нечего показывать. Итак, так, так, я отобрала еще витаминка. Вроде подбираю, отбираю, девочки, ничего легче не становится. Так, еще одна матовая помада. Так, тут, кстати, все гадости я тоже удалю, потому что видео все-таки я сразу предупредила, что будет ни о чем. То есть просто я буду болтать за кадром. И сидеть, что-то перебирать, и вам периодически что-то в кадр показывать. Просто хочется это сделать, как в компании подружек, скажем так. А не самой. Вот, уже полегче. Уже я начала отбирать из того, что есть. Не из того, что есть, а еще сильнее. Ой, ну зато все в коробке стало падать, потому что там мало всего. Так, буду теперь. Так, у меня вот так вот блеск выглядит. Кошмар. Вот это я бы его сейчас взяла. А я на него. Так, еще один сломался спонжик. Так, те, которые я планировала, сразу же уходят. Так, еще веселее. Возьму с собой я, да хотя нет, не буду, хотя вот крем для губ взять, а может его и взять,
самолет. Даже не знаю, девочки, даже не знаю. Отобрала я пока что дофига, и это очень много. Так, ну я возьму, во-первых, вот этот блеск от Ice Cream, Diamond Dragon, зеленый. В принципе, он сейчас прям отлично будет вписываться, фиолетовой помадой отложу. Легче пока не стало, девочки. И меньше не стало. Так, так, так. Ну, я столько, вот сколько сейчас собрала, я столько не могу взять с собой, естественно. И нужно отбирать. Так, ну возьму от Influence. Я просто сейчас посмотрела, вот у меня тут есть старые блески, которые, в принципе, все отлично и пахнут, но, знаете, если честно, они же без блесток есть. Какие с блестками, те-то я возьму. А какие без блесток, как-то не хочется, если вот откровенно. Просто без блесток я могу уходить и вообще везде. А вот с блестками это не всегда уместно. И... Так, от Essence возьму. Ну, все-таки, наверное, вот этот крем возьму. От Ice Cream опять серебристый возьму. Я потом сейчас положу все. Наверное, от Unicorns возьму тоже маленький. Морики-дорики он с блестками. И, наверное, на этом... Все. Больше. Больше пока нет. Вот этот я думала русалочий хвост взять, но потом я подумала, что просто очень много места займет, и все на этом. Из новой коллекции я, наверное, возьму с блесточками блеск. И мне нужно будет еще посмотреть другие блески свои. И помады. Ну, точнее, блеск помады я все-таки решила нет, не брать. Что у нас под вопросом? Нафига у нас всего под вопросом остается, девочки? Вот это вот сборы. Не знаю. Сложно. Так, далее за кадром смотрю, что оставляю на рабочей поверхности. Тональный крем от Rimmel. Наверное, в стекле возьму. Так, давайте расставлю. Пока что это примерно вот так выглядит. Так, вот эти все продукты с блестяшечками. Так, эти подводки блестящие всякие. Это, так, сейчас опять все помещу в кадр, но вначале так. Это я все возьму. Так, мне надо эту коробку опять вынуть. Вынуть, вынуть все. И уже сложить обратно, чтобы тут лежало то, что я точно не беру. Я пока сейчас вот свой макияжный стол помыла, все контейнеры помыла, все протерла, там все сушится. Я мыла в этот раз сильнее. То есть я так не часто делаю, как раз таки два раза в год я мою с мыльным раствором. Конкретно я беру прям щетку, беру губку и прям намываю. Намываю, намываю. Мне это не сложно, но мне нравится вот такой вот эффект. В плане того, что я потом точно уверена, что все чисто. Так, легче стало. В плане того, что у меня появился контейнер, в который я буду складывать то, что я ставлю на своем макияжном столике. Еще у меня кучка есть, которую я убираю вообще. Я вот думала, ну, наверное, вот эти вот я не буду брать, я не буду рисовать супер-мега какие-то 7 стрелок в одном. Хотя вначале, если честно, планировала так. Блесточки пока что я все сюда закидываю. Вот этот хайлайтер пока что сюда.
я еще не решила, беру я их или нет. Поэтому вот эти, возможно, карандаши синие, зеленые. Поэтому я еще не знаю, надо, не надо. И сколько чего надо. Так, возможно, вот этот возьму. Продукт. Не знаю. Все-то я взять не могу. Проверю сразу карандаши на заточечку. Все нормально. Чтобы их, если что, оставить. Не знаю, карандаш мне нужен для губ. Я-то, в принципе, помаду не беру. Беру блеск, поэтому нафиг он мне нужен. Правильно? Я рассуждаю, наверное, правильно. Так, возможно, от Sephora вот этот возьму. Так. Нужно зеленые тени. Я тут просто докидываю в плане того, что так вот это мне надо отложить в рабочую сумку закинуть, чтобы потом это мне не собирать. Этот сухой, этот влажный. Вот так вот у меня происходят сборы. Поэтому, конечно, намного проще было эти сборы делать, когда у меня была косметичка четкая. Я не ездила на долгое время. Это было все всегда краткосрочные какие-то путешествия. И все на этом. То есть вот это было намного проще. Так, карандаш точно нет. Карандаш. Точно нет. Тут у нас еще пудра какая-то. Что за пудра? Не знаю даже. Не хочу пока экспериментировать. Так. Тени. Тоже надо с собой туда положить. Контур. Возможно, вот эти от Revolution. Вы не видите сейчас, я тут за кадром что-то. Я просто накидываю. Может, от Influence возьму хайлайтеры. От Stellary. У меня пудра остается тут. Крипта. Вот это все тут остается. Девочки и мальчики. Если меня смотрят. Вот этот, может, хайлайтер возьму. Вот так вот и сборы происходят, девчонки. Это кажется за кадром, что легко. Когда у тебя много косметики, ничего легкого не бывает. В плане того, что ты просто не понимаешь, что тебе брать, что тебе не брать. Что надо, что не надо. Еще же хочется взять все с расчетом, чтобы, ну, хоть что-то там закончилось. И чтобы это там выбросить. Это вообще в идеале. Просто в идеале. Так, давайте сложу, что я тут собирала. Пока что это примерно вот так вот выглядит. Еще сильно непонятно. Так, вот эти всякие спонжики заберу. Вот с палетками теней. С палетками теней возьму вот таких палочек. Надо взять сейчас. Закину эту, чтобы помнить. Чтобы помнить, что мне нужно взять еще и еще. Вот вроде бы смотрю, многие палетки такие красивые. Вот эту, наверное, возьму. Может быть, нет. Может быть, да. Муж, конечно, будет в шоке, сколько я набрала. Просто какого-то барахла. Может быть, я эту возьму, кстати, и закончу там. Два оттеночка всего. Так. Вот этот, наверное, хайлайтер возьму. Вот
Может быть, вот эту палеточку возьму. А может, нет. Так, вот эти палетки. Посмотреть надо. Наверное, уберу. Еще ж я же не могу пустой макияжный столик оставить. Мне нужно-то что-то и собрать. Конечно, бы от вот эту палетку взять с собой можно было бы. Но такая большая. Мне хочется сразу взять что-то, чтобы и блестяшки там были, и сияшки. Чтобы не пришлось брать одну матовую, одну там блестящую. Хотя вот можно было бы матовую взять. Ну, не хочу я вот. Если честно, то возьму эту. Возьми то, но тебе это не надо. Для этого возьми еще 10 палеток. Хоть и надолго, но все же. Может быть, вот эту. Может быть, еще вот эту. Теперь мне просто нужно будет из этих всех выбрать то, что нужно. Так, еще вот эти штучки. Я тут просто все на полу разбросала и кидаю. Если честно сказать. Dark. Может быть, вот эту. Так, тут хайлайтер. Дальше коробки. Коробки не только. У меня происходит это все. Так, возможно, вот этот продукт, вот это, может быть, клей. Так, возможно, вот эти две палетки. Вот. Так, от Ice Cream Crazy Neon. Не знаю даже. Вот эту новую, может быть, возьму. Может быть, и нет. Так, возьму хайлайтер. Пудру. Так, так, так. Возьму все блесточки. Все в бутылочках, которые у меня есть. Так, ну сразу. Это без перебора дорожный набор для макияжа. Может быть, вот эту еще палеточку. Аквалайнеры. Так, посмотрю по палеткам, какие возьму. Если что, вот эту белую в уголок глаза. Так, мне еще тут ногти надо сделать срочно. Времени прям в обрез. У меня вот это, может, возьму. Может быть, возьму вот это. Тональник темный есть. У меня шиммер. Так, возможно, вот это сердце возьму. Ну, я больше, возможно, не буду произносить тогда. Я просто накидаю красные румяна. Какие-то стики, хайлайтеры. Так, это. Так, тут пустые у меня есть еще. Я вот вначале подумала, может, эти взять, и потом подумала, а зачем они мне там? Вот эти, я имею в виду, продукты. У меня есть-то и поярче. Но, с другой стороны, они тоже приятные. Ну, один золотой оставлю под вопросом. Потому что, если много, то не надо. Так, это набор. Тоже зеленый Xixi хайлайтер. Так, два продукта сюда. Я вот, кстати, думала, может быть, вот эту палетку взять в плане румян, но потом подумала, что, возможно, я с ней не смогу справиться. Вдруг они окажутся тверже, чем я думаю в дальнейшем. И я просто не смогу никак с ними совладать. Так, огромную кисть. Может быть. Хотя зачем мне вот? Может быть, возьму. Сейчас посмотрю еще.
Так, подводку новую. Одну точно надо взять. Я старую сейчас заберу еще. Но новую точно надо. Так, от Sephora зеркальные у нас. Пудру в четвертом оттенке. Одну возьму. Хотя, может, ее и не надо. Загорю сильно. И кучу вот таких вот всяких кисточек. Еще нужно косметичку на столе посмотреть. Ну, не на столе, а ту, которую вот у меня сейчас в использовании. Что отсюда я заберу? А что я отсюда заберу, я еще этим крашусь, это мы уже потом в конце завернем. Итак, все, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока.